Привет всем! Не прошло и месяца, как я уже сфейлил. Не получилось выкладывать видео хотя бы раз в неделю. Да и хочется уже радовать вас более информативными роликами на тему фуд-фотосъемки, например, о выдержке или диафрагме, но времени нет. Хотя я считаю, что у меня есть неплохое оправдание отсутствию времени. Конечно, для показательных целей используются только необработанные кадры, ресайзы фоток, которые я отправляю клиентам на выбор, но думаю, и по ним вы можете оценить объем проделанной работы. Кстати, забавная история с одной съемок. Когда я снимал вот эту пиццу, я решил протестировать Перископ. Это сервис для лайв-стриминга видео. Я запустил, готовился к съемке, мне уже несли первую пиццу. И когда я переодевал объективы, я один из них уронил. Это был полтинник, и он раскололся напополам. Как вы знаете, сверху я снимаю на полтинник, а пиццу нужно было снимать сверху. Я жутко перенервничал, попросил двух друзей привезти мне похожие объективы, но потом сел, взял эти две части, защелкнул их вместе, и теперь он работает вот так. В общем, в принципе, все работает. Диафрагма, автофокус, но вот такие звуки. Съемку я спокойно доснял, получился вот такой буклет. И, в принципе, все с этим объективом хорошо. Так что вот, друзья, впереди еще много всего интересного и полезного. Подписывайтесь. А на сегодня это все. Пока.